Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Дорогие братья и сестры, дорогие бельчане, Святая Церковь, наша любящая Мать, вместе с нами празднует праздник святого Василия Великого, и 14 января мы празднуем и Новый год по старому стилю. Я, пользуясь этим моментом, хочу всех вас поздравить с праздником и с гражданским Новым годом. Желаю вам мира, счастья, благополучия и исполнения всех благих пожеланий на многое, многое и благое лето. Иерей Михаил, настоятель Николаевского собора, муниципия Белц.